Это единственное производство в крае, занимающееся выращиванием посадочного материала для леса. Вопрос о возрождении питомника Вениамин Кондратьев поставил после обсуждения состояния лесополос в регионе. Оно далеко от идеального. Усугубляет ситуацию неразбериха с собственниками защитных насаждений. Сегодня они уже сыпятся, сегодня они уже умирают. Кто вообще сегодня будет заниматься лесополосом? Чего мы ждем? Лесополос – это основа сегодня нашего земледелия. Каким можно делать так, чтобы они были закреплены за конкретными владельцами или арендаторами земли и четко они отвечали за состояние лесополос? Сейчас краеводство. Не разграничено. И так могут быть в том числе и на земле. А когда вы разберетесь, Сергей Павлович? Вениамин Иванович, вот в этом году... Слушайте, вы выйдете в поле из города, понимаете, в степь, посмотрите, что происходит с лесополосом. Дайте мне четкий алгоритм, в течение месяца, что делать с лесополосом. На совещании обсудили развитие так называемых пищевых элеваторов, куда фермеры могут сдавать свою продукцию. На Кубани уже работают два таких приемника, однако, как заметил губернатор, для аграрного региона этого недостаточно.